Ох, ну и дела. Пашня, грязь, кисель, месель. Вот это тогда. Друзья, всем привет. Сейчас мы попробуем в этой каше, в этой киселе что-нибудь найти еще. Здесь прошлась барана, поэтому, возможно, мусор перевернулся, а с ним и монеточки. Ну что, долго не будем тянуть время, собираемся и выходим. Вот смотрите, пока тепло, ходишь, прям отлично видно по снежку, где хочешь. Я думал, вообще все будет гораздо хуже. Все-таки пашня, грязь, это все будет налипать, но здесь какая-то особенная пашня. Если вон туда присмотреться, подъехал наш брат Камрад. Вон он идет, видите? Чешет с какой-то палкой, бля. А, это лопата. Чего я гоню палкой? Ни в какую не хочет рассеиваться. Выходит он, как ежик из тумана. Вот такие дела. А вот там, друзья, ну, видите, тропа. Только что пробежал 8 кабанов. Я даже не знаю. Штаны вроде у меня пока сухие. Но они забежали куда-то вот в эти кусты. Ага. Хорошо, хоть лопат есть с собой и будет чем отбиться. Так, у меня сигнал, поэтому я снова вышел на связь. Гирю я нашел, пацаны, гирю. Опа. Вот она. Уговица гиря. Дали на. Сейчас, короче, я, знаете, что сделаю? Здесь у меня такой вот, я, глядя на комрадов, завидовал на эту хрень. Сейчас я ее чуть-чуть ополосну. Да ладно, что тут ополаскивать? На что смотреть-то? Ну что? Пальцы лучше вот ополосну. Здорово! Здравствуй! Наконец-то! Добрался. Добрался. Ну что, нашел что по пути? Ага, грязи. Грязи? Нормально. Сейчас найдем. Как и обещал, у меня для тебя подарки. Хабарница. С коробкой. Хабарница, а не коробка, блин. Даже да. Запакованная. Сейчас ты будешь в нее накладывать. Ну, я, короче, не нашел поролончик. Да это я найду. Я тебе сейчас заодно покажу, что я нашел. У меня вот будет розовая, а у тебя голубенькая, гламорненькая. Глянь, какие тут виноградинки. Слушай, тут что-то... А, ничего нет. Поролончик сюда вложишь, короче. Держи. Спасибо. И еще один подарок. Ты знаешь, кстати, я выиграл пинпоинтер? Да, видел. О, я теперь с новым пинпоинтером, а свой... Ну, он тебе сразу объясню. Здесь вот фонарик я вынул, выпаял этот диод. И вибратор выключил. Ну, вибратор мужчинам он ни к чему. Конечно. Пользуйся на здоровье. Спасибо. Чтобы он клад поднял. Еще один. Еще один. Так, ну что, время не будем терять? Да. Давай, пойдем. Искал, вот тут. Говно сигнал искал, короче. Вываливается, ёптать, наконец-то. Ох, ядрит твою колотить. Вон там кусочки зелененькие просвечивают. Ну и круглые формы, соответственно. Значит, что это? Правильно, монетос. Хабарница, сейчас она у нас полежит, откиснет. Надеюсь на это. Вот винтанул я вот такой круг. Обхожу, и у меня сигнал. Сигнал сначала был плохой, потом лучше, потом пропал. А потом вот чего. Ну вот чего. Сам еще не знаю чего, может дырка какая. А нет, опчики. Монетосика, ребятки. Да я ее отломил. А нет, это окисление. Так, подождите. Подождите-ка. Ломается, пацаны. Это... Наверное, Петровская. Чуть она неровная вся какая-то.
Так, вот нашел местечко прям. Вот раз, два. Вон, Стас, три. Так, а вот здесь вот что-то пу-пу-пу-пу-пу-пу. Как обычно, у нас, знаете, что звенит? Сейчас покажу вам, ребят. О. О. Такой 13.05 показывать. Вроде как и цветной. Будем искать. Не, вот. Ага. О, вот он. Вот он, ребята. Вот он. Ух ты, крестик сломанный. Стас, у тебя там что, сломанный крестик был? Я нашел от него другую часть. Тоже сломанный крестик. Полно здесь вот таких горшочков. Это вот под снегом не видно. А так вот, ну тут все реально усеяно. Смотрите, друзья, как хорошо и заметно мы прочесываем. Комбайн так не прочесывает, как мы. И это, господа, дает свои результаты. У нас снова кругленькая, кругленький предмет. Похоже ему на монета. Монета все заросшая. Конкретно, ребятки, заросшая. Ну, очистив. Так, стоп, не золотая она? Ну, фу, слава богу, не золотая. А то я уж тут грешным делом хотел расслабиться. И дать волю чувствам. Так, ну, толстая такая монета по форме. Зеленая, зеленая. Чуть сегодня день монет, зеленых монет. День зеленых монет, ребята, перед закрытием сезона. Пацаны, короче, смотрите, вывалилась поебень какая-то. Сначала думал дробь, херопь, а потом, короче, так вот, в принципе, может, камера-то не передаст. Но мне сдается, ребята, что это ВРПшечка там спряталась. ВРПшечка. Вижу я, не знаю, как в камеру видно вам будет, нет? Вон там зелень. Пробивается ядрить твою налево. Я чувствую, чувствую. Вон она, зелень. Не буду я ничего делать. Оставлю вот как есть. Отмою дом, покажу вам. Вот она. Вот уже другой сигнал. И это у нас, знаете чего? А? Стас, знаешь, что это такое? М? Это Петровский золотой трояк. Трояк? Ну, рубль-то мы подняли. Что это за... Ну, давай, покажись полушкой. Чего у тебя там? Ты что, в карман складываешь, что ли? Я тебе хабарниц подарил. Привычка. Вот. О, конь с яйцами. Погоди, увеличим. О, конек-горбанек. Че вижу, что блин? Так, мы решили прийти к машине, чуть-чуть чифернуть и дорогой вываливаться. Че это? Ядрен батон, а? Ты гляди. Золото. Золотая опять. Куда деваться? Это что у нас? Рамочник. Рамочник. Пятнарь рамочный. 46-й год. Пойдет. И мы пойдем. Разгрузили мы хабарницу, чтобы лишний шмурдяк не мешал. По пути вот такая болванька досталась. Что это вот такое? Не монета. Вот видите? Как будто как пуговица. Совсем забыл про Алексея Борисовича. Алексей Борисович, тебе пламенный привет с чернозема. Чуть не забыл, а то опять скажешь, блин, так и так. Ну, с тебя отгул, что за привет. О, ну и всей твоей братве, которая сейчас тоже смотрит. О, я тут раз, они посмотрели, значит, ролик. Борисович говорит,
парализовал мне весь инженерский отдел. Они все сидели, лупились, короче. Вот. Ну ничего. Постараюсь, чтобы максимально был длинный ролик, чтобы вы в обеденное время не доглядели, короче. Ну ладно, что? Вот в таких вот условиях приходится работать. Но это еще терпимо. Это еще ничего. Ох, Милованову передам привет. Спасибо, начальник, за сапоги. Пригодились, бля. Ну что, пойдем, что ли? Еще поковыряемся чуть-чуть. Так, снежок начинает таять. Ну и все. И уже непонятно, где ходил, где не ходил. И вот у меня опять выпало гиря. Опа! Опять гиря. Я, наверное, не буду больше снимать их, когда они мне будут выскакивать. Большая, хорошая, крупная гирька, целенькая. Берем, но больше не показываю их. Вот он стоит, гудит. Что-то, блин, сломался мой аппарат. Что-то с ним случилось. Не знаю чего. Видите, вообще не реагирует. Ни на какие монеты. Бля, разбирал, думал, тут может что попало. Ни хера тут ничего не попало. Будем дома разбираться. Нашли болото. Не болото, а целая топь. Пруд тут или речка. Так, что у тебя тут хорошего? Чермет какой-нибудь подебь. О, ёб твою мать. Это что у нас? Ты знаешь, что нашел? 4 копейки, что ли? Нихуя себе! 4 копейки, братан! Не три. 4 копейки. Какие? Что на них? 4 копейки, Петровские, ёпты. Ты знаешь, что нашел? Она нормальная. Ты рарик нашел. Ну-ка. Может быть, я ошибаюсь? Сейчас напишите, если там не будет рарик. Пусть он лучше останется рариком. Сейчас. Я не сильно, я еле-еле. Верхняя грязь, я патин даже не трону. 1762 год, 4 копейки. На одном месте держи, он сейчас поймает фокус. Руки трясутся. Блядь, руки-то... Нихуя, тут должен быть лошадь. Не видать ничего. Ну это 100 пудов, 4 копейки. Сезон у тебя ништяк закрылся. На, смотри. 62-й год. Продолжаем снимать на телефон. В самый интересный момент у нас сел аккумулятор на камере. 4 копендоса Петра III, 1762 год. Так, господа, ну что, на этой приятной ноте мы будем завершать сегодняшнее видео, но ни в коем случае никак не сезон. Сезон завершать нам еще рано. Всем, кто смотрел, всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока. Ой, елки-палки.